Владимир, тогда на время. Да, принято. Радеев Сергей, ее Тамара, Роман Антон, ей центр, Леонид Ольга. А, Владимир, в курсе, Георгск, у меня отец там жил, в общем-то, и сам я там был, учился, в общем-то, на права, учился там, вот, на, ну, где это, тракторный, где там, вот, в общем-то, в том районе там, в ДСАФе учился, был в ДСАФе на коллективке, был там, в общем-то, годы, это получается, что там лет, наверное, уже много прошло, в общем-то, еще там уже где-то 97-й, где-то 90-е годы, где-то вот там в это время я там учился на права, такое дело, так что знаю Георгск и был я там у вас, полгода жил, такое дело. От 6 и до 8 баллов, вот сейчас максимально 8 баллов было, в общем-то, по уверению, вот эта передача была 7-8, вот так вот, такое дело. Владимир, тогда еще раз напомню, как принято, чешка на время. Да, Радиетис, центр Леонид Ольга. Владимир, все принято, великолепно. Не, вопросов не будет, спасибо за ответ. Думаю, будем встречаться. Так, всем три, пока-пока. Всем три, пока-пока. Роман Антон, центр Леонид Ольга, для всех на премию. Центр Федор Мария, Роман Антон, ей центр Леонид Ольга отвечает. 5-8 я пока принимаю. 5-8, Владимир, тогда на премию. Да, вот 4, центр Федор Мария, Роман Антон, ей центр Леонид Ольга отвечает. Александр, все принято. Александр, спасибо за ответ, за КСО. Вопросов нет. Самые наитеплейшие пожелания. 7-3. Пока-пока, что ко мне отвечу на премию. Роман Антон, центр Леонид Ольга на время. Радиана 4, Эйтон Щука, Тамара. Я так принял. Может, что-то напутал. 5-8, 5-9, я так принимаю. Владимир, город мой, Тавда. Радиана 4, Харитон Щука, Тамара. Ради, центр, Леонид Ольга, на премию. Да, принято. Юра, принято, великолепно. Первое КСО, знакомству. Думаю, будем встречаться на этом, на других бендах. А так, Юра, вопросов нет. Спасибо за КСО 7-3. Пока-пока. Пока-пока.
Роман Антонди, центр Леонид Ульвин, время. Перекос. Так, радио 0, Анна, Павел Иван. Радио Анна 0, да? Да, Аэро 0 АПИ, РЗ-3, ЗТ, Владимир, добрый день. Сосново-Борск, 5-9, на плюс, сигнал выходит Анатолий, город Губкин, на приеме. Принято, Владимир, спасибо большое, рад слышать опять, ну, я вижу, мы встречались не так давно. Спасибо, Владимир, а вопросов нет, всего доброго, 73, до связи. Так, нулевой район, 0 йод, пожалуйста, кто был? А, так, РЦ-0 йод, Д, одну минуту, а еще кто был? Так, радио Анна, 0 йод, Дмитрий Антон? Так, подождите, еще раз, только суффикс дайте, Р0, суффикс ваш. А, да, понял, Р0, Люба Димана. Хорошо, одну минуточку, пожалуйста, подождите. Так, радио Центр 0, йод, Дима, Николай, добрый, добрый вечер. Я принимаю 5-9, громко, хорошо слышу, без проблем. Анатолий, город Губкин, на приеме, Николай. Да, Николай, совершенно верно, новый диапазон, спасибо большое. Да, одну минуту, Николай. А по РДА уточню. Анна Мария, а цифры какие? Ага, 03, а значит, у меня и не записано было. Спасибо, Николай, у меня... Оператор Анатолий, город Губкин. Анатолий в Губкине, Р0 ЛДА, РЗ3, Зоя Мария. На прием, Юр. Сбоку немножко подмешивает мне. А вот, я понял, 5-5, спасибо большое. Ну, тоже где-то вот 5-5-5-6 принимаю. Видимо, уже и прохождение, может быть, у вас вечер. Спасибо, рад был слышать, Юра. Вопросов не будет. Я вижу, на десятке уже неоднократно встречались. А, всего доброго, 73, до связи. Р0 ЛДА, Роман, Зоя 3, Зоя Мария. Всего доброго, Юр. Да, 73, всего доброго. РВ0 АЕ, Юра, добрый день. 5-9, Анатолий Губкин, например. Да, Юр, ну, хорошо проходишь. Но хотя уже чувствуется, что, наверное, для вас, может быть, это уже и как бы под... Ну, хотя 3 часа-то у вас еще ничего, а вот Дальний Восток уже, наверное, на закате там идет. Спасибо большое, рад нашей очередной встрече, Юр. У нас хороший день сегодня, так, солнышко, ну, правда, так, тучки тоже, дымка, вот, и порядка около 10 градусов сейчас плюсовой. Как там у вас на приеме? Ну, понятно, ну, по температуре, как и у нас. Спасибо, Юр, был рад слышать опять. Вопросов нет, всего доброго, до связи, 73.